Всем пока. Походу, это официально мой последний видеодневник. Надо поговорить. Пропала искра, понимаешь? А ты сидишь со своим пузом и глушишь пиво. Ты превращаешься в зомби. Все, разводимся. Ну и что думаешь делать? Да ничего не буду делать. Не конец же света, правильно? Экстренное сообщение. В городе вспыхнула эпидемия неопознанного вируса. Поехали, поехали! Там, там все, одни зомби только остались. Город оцеплен Росгвардией. Севочка, ты чего? Связи нет. Пермь даже из прогноза погоды убрали. Да задолбали уже. Миш, закрывай, поехали. Нормально, что в 90-е похуже было. Да, какие же они все-таки тупые, а? Мне интересно, если мы в разные стороны разойдемся, он за кем пойдет? Апокалипсис на дворе. Люди жрут друг друга, а он юбилей устраивает. Она когда войдет, ты мою музыку включи, понял? Это очень важно. Меня укусили. Ты мой гость непрошенный, девочка из прошлого. Блин, так не хочется такой быть. Лекарство от вируса. Безопасно, надежно. Удивителю флайера скидка 10%. Малышка, я скоро, потерпи. Может быть, их сразу автоматиком приведем? Я тебе дам автоматиком. Это же люди. Земляки. Стоять! Я капитан Ознобихин. С нами спаситель. В его крови антитело. Ты чё, бухой? Если этот вирус пойдет дальше, вы просто обязаны знать, что... Да. Ну а что я? Все равно люблю ее.